За Владимира Путина в Анапе проголосовало 82,31% избирателей. А за ним Павел Грудинин, он получил 9,53% голосов. На третьем месте Владимир Жириновский, ему отдано 4,14% голосов. Далее идет Ксения Собчак и 0,98%. Борис Титов на пятом месте, у него 0,73%. Григорию Явлинскому анапчане отдали 0,56% голосов. И замыкают список Сергей Бабурин и Максим Сурайкин с одинаковым процентом голосов – 0,49%.